ну, как летно-тактическое учение, авиационная база выполняет в принципе свойственные ей задачи. Истребитель авиационной базы нападение воздушного противника. Более того, мы прикрываем боевые порядки ударных групп оперативно-тактической авиации из состава вооруженных сил Российской Федерации. Вот в ходе учения, оно так и называется, летно-тактическое учение. Вот это взаимодействие нас в рамках совместного выполнения задач наших экипажей белорусских и российских экипажей, во-первых, позволяет поднять общий уровень нашей тактической выучки, во-вторых,